Привет, Белиса. Это уже в мусор упало. Я брошу в мусор. Пойдем посмотрим, как Эмилия самолетик пускает, да? Идем. Вон. Это не самолетик, это типа какой-то такой спиннер. Бумеранг написано. Привет, Эмилия. Давай, показывай, как это ты. Что, надо положить на пол, на травку? Ветер сильный сегодня, ветер. Вот так вот. Ой, что-то я не успеваю за ним. Улетел, сейчас на машине улетит. Мелисса нашла. Давай, пускай. На травку положи. Люша тоже вот пришел посмотреть, да, Люша? Это что это? Ты повыше нажимай сильно. Дай мне нажать один раз. Такой вот пульт, сейчас я попробую нажать. Давай. Положи, сейчас я попробую. Ой, он вверх вообще. Почему остановиться? Ой. Что-то я слишком высоко поднял. Лиса ушла туда, вот далеко, к бабушке. Что, Илюша, у тебя конфетка? Да. Хорошо. Сейчас, Илюша, я, а потом... Ой. Ой, что-то он застрял. Что, надо его выключить надо. Давай, положи, я еще раз попробую, а потом ты. Что там, отвалилось? Отвалился пропеллер. Давай, положи. Теперь я еще раз. Так, так. Ой, как я высоко. Ой, сейчас улетит. Может, Илюша... А, Илюша тоже ушел в кафе. Илюша не умеет, Эмилия говорит, управлять. Нажми еще раз, только вверх нажми и держи, пока он не улетит в космос. О, классно, смотри, как классно. А ночью вообще такая красота. Где он? А как он называется? Бумеранг или спиннер? Он называется... Это вообще... Последний раз запускаем и идем кушать мороженое, да, Миля?